Что нужно знать верующим об экономике последнего времени? Доктор Джеймс Рассел, преподаватель экономики в бизнес-колледже университета Орла Робертса США, в своей колонке на Charisma News написал о том, что необходимо знать верующим об экономике последнего времени, сообщает христианский портал InVictory. В наши дни люди сильно интересуются различными признаками приближающегося конца света, пророчествами о надвигающемся суде и экономическом коллапсе. Многие беспокоятся о том, что будет с экономикой США и целого мира осенью этого года. Профессор отметил, что в последние дни будет много испытаний и трудностей, но это будет и время наибольшего движения Божьего в нашей истории. Многие испытания и опасности будут прямо или косвенно связаны с деньгами, рынками, благосостоянием и экономикой, продолжил он. Это будет время суда и разделения, когда каждый человек сможет сделать выбор и продемонстрировать, будет ли он следовать за Господом или за желаниями плоти и мира.